Торжественная линейка, посвященная новому учебному году, всегда волнительное событие, как для первоклассников, так и для учащихся выпускных классов. Для одних это новый этап жизни, для других еще одна страница, которую важно заполнить победами. Рядом с учащимися на торжестве находятся и те, чьи собственные школьные дни давно позади – родители и педагоги. Они переживают не меньше, но с радостью начинают новый учебный год. У нас предмет изучается, конечно, на повышенном уровне. И у нас, хочу сказать, что у нас очень хорошие дети, особенно сильные в этом году 11-я параллель, наши выпускники. Вот, 10-е классы очень хорошие. Это те дети, которые нам дают победы на олимпиадах. Это те дети, которые нам доставляют удовольствие от своей учебы и от поведения. Гордиться есть чем. Стена гимназии номер 6 получает знания 1183 ученика, многие из которых показывают отличные результаты на различных олимпиадах и конкурсах. В основном это старшеклассники. И сегодня для них тоже не менее важное и волнительное событие. В этот сентябрьский день дан старт последнему учебному школьному году, который поможет им определить свое будущее. Я иду в 11 класс, естественно, очень волнительно, потому что выпускные экзамены скоро, ЦТ, выбор университета. В то же время вот ты идешь и понимаешь, что это последнее 1 сентября, с какой-то детской непосредственностью, какая-то такая радость. Даже погода, которая сегодня подкачала, она не смогла испортить моего настроения. Я неимоверно счастлива идти в эту гимназию, я понимаю, что это уже последний вот такой вот этап детства. Вот. И в целом я ожидаю очень много вот этого года, я понимаю, что придется напряженно трудиться, я к этому готова. Волнение на лицах учеников, родителей и педагогов сменились улыбками, когда прозвучал первый звонок. После торжественной линейки особое внимание было приковано к новой маленькой гимназической радости, так называют первоклассников гимназии номер 6. В этом учебном году 120 малышей пополнят большую школьную семью и станут достойной замены выпускникам. Для первоклассников были подготовлены подарки – книги. Поздравить малышей пришел председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский. Я хотел бы все-таки официально от Брестского городского исполнительного комитета, от Брестского городского совета депутатов поздравить всех учащихся школ города Бреста, поздравить педагогов, многочисленную армию педагогов нашего города, поздравить, конечно же, родителей, дедушек, бабушек с этим замечательным все-таки днем, днем знаний. Конечно, пожелание успехов и учителям, и ученикам в освоении школьной программы, в получении знаний. Сегодня и дети, и педагогический коллектив настраиваются на плодотворную работу. Впереди у них 9 месяцев новых открытий, интересных занятий, творчества и труда.